Доброго дня, мене звати... Добрий день, мене звати Віталік. Мені 38 лет. Занимаюсь з 15 лет музикою і граю на барабанах. Женская краса для меня это в первую очередь внутренняя красота. Ну, например, приведу пример на своей жене. То есть я и раньше это понимал, но на своей жене я убедился в этом уже 100%. Вот, например, когда моя жена в агрессивном состоянии, в таком скандальном, ну, она очень некрасивая. Но когда она в хорошем настроении, вот, когда она в добром настроении, это совсем другой человек. Совсем другое лицо, просто смотришь, ну, красивая женщина, прекрасная. Вот, поэтому, какая бы ни была фигура, какой бы ни был грим, но если человек внутри скверный, то оно все выходит наружу. Вот, поэтому для меня женская красота – это в первую очередь внутренняя.